Добрый день, дорогие друзья, дорогая моя подписота, с очередным выпуском «Распаковка». Сегодня мы открываем долгожданную посылку. Приблизительно я рассчитывал на месяц, пришла она гораздо раньше. Вот. И сегодня там должно быть моя обещанная колоночка. Друзья из Москвы выслали мне ее. Единственное, что сегодня будет особенность, так как я воспользуюсь услугой доставка плюс. Вот этот плюс подразумевает, что мы получаем еще какие-то бонусы от компании Озон. Я вижу уже, что она добротно запакована. Вот, давайте будем распаковывать ее. Так. Ага, вижу. Ага, очень приятно, мило. Так. Ну, во-первых, деньги. Это всегда приятно. Так, еще деньги. Так. Вот это как шутка. Ну, пускай будет так. Я ничему не удивляюсь. Гречки. Хорошо. Ага, пустая банка. Да, для консервирования. Осень. Они заботятся об этом. Коллекционная баночка. Компактная, знаете. Так, опять же, деньги. Пускай будет так. О, вот это. Это мило. Это мило. Это мило. Пускай будет горшочек. Так. Упаковка кильки, баночка. Так, вот этот вот. А, это что это? А, для хозяйственных работ. Ну, тоже приятно. Так, знают мою слабость коллекции динозавров, но в данном случае это бронтозавр. Ну, я поменяю на тираннозавра. У меня есть в подписчиках один человек. Вот так, аккуратненько, чтобы не разбился. Ну, вот, собственно, колоночка. Ну, сначала вот, конечно, они... Ну, да, это облегчили мне распаковку. Вот так вот она дошла. А вот, собственно, колонка. Вот мы видим. Здесь инструкция и сразу USB-порт, о чем мы и говорили ранее с моими подписчиками, друзьями. Всего доброго. До свидания. Мне нравится, что все вовремя пришло, даже еще раньше. Почти месяц. Всего доброго.